У меня есть сенсей, вот Виталий Анатольевич. Виталий Анатольевич, повернись лицом. Да. Это президент новосибирского отделения айкидо Айкикай Дзикисинкай. Завтра он уезжает в Москву к нашему учителю Арняну Кременовичу Найдову Железову. На юбилей. Ему исполняется 60 лет. Мы хотим поздравить с этим замечательным, вообще замечательной датой, замечательным возрастом, да. В этом возрасте айкидока прям становится тем сочным, да, сочным. То есть выражается вся его сущность, в этом возрасте он может уже показать всю свою сущность. Так вот, Арнян Кременович по происхождению болгарин. И специально к этому вечеру мы выучили песенку. Цыгане пожаловали. У него отец болгарин. В Москве, но я же говорю по происхождению. Болгарин. И вот песенка называется «Дай чего хору». Это не песенка, это скорее инструментал, да? Танец. Танец. Хору – это хоровод. Вот если кто-то захочет поддержать Арняна Кременовича, да, войти сюда в круг и пройти здесь перед камерой. Арнян Кременович, с днем рождения!